Как-то у меня проклевывается светлый, волевой и конструктивный подход, ребята. Как-то, знаешь, вот, конечно, тьфу-тьфу как бы не сглазить, но, в общем, так, более или менее мне ясен порядок действий. Более или менее, как бы, видится, что, ну, видится, так сказать, поле. Там уж сам рассуждаю, какое это поле, минное или какое. Ну, панические настроения. Ну, про все это я уже говорю, что я вообще истерик. Просто по полной программе. Мне уже это и до этого говорили, но сейчас-то я уже это осознал, что называется. Ну, что тут сказать. Я уже все это изведал по поводу... Значит, по поводу того, что такое жизнь и мысль. Мысль, она тормозит жизнь. И... А я есть живущий, я живущий, ты живущий. Что-то там, что-то знакомое. Ну, поэтому, соответственно, все это должно как-то разворачиваться в процессе. И все, вот так вот. Ну, а что касается страха за себя или за близких, за кого у меня больше страх, то все, хотелось бы мне, конечно, ответить на этот вопрос. Я полагаю, что гораздо больше страха за близких. Хотя, по идее, за себя страх тоже, дай бог, какой. Просто, понимаешь, просто меня еще так как следует не пугали, понимаешь? Хотя пугали, было дело. В области медицины. Медики доблестные. Да-да-да. Я уже говорил, продолжаю это говорить, что медики, учителя и музыканты, во всяком случае люди искусства, это, в общем, что называется, это подвижники. Это не ради денег, это не должно быть ради денег. Понимаешь? Так что... Поэтому, если кто-то... Это не профессия, врач, учитель... И особенно человек искусства. Если человек в данном роде деятельности, в данном роде деятельности не проявляет самоотверженности, не делает все, что может, а, что называется, комфортно набивает себе кошелек, то это, да, это, я считаю, просто непотребно. Но что тут поделаешь? Что касается... лекарства от всех болезней, я принадлежу к тем людям, которые убеждены, что либо его уже нашли, либо его можно найти, но просто никто искать не хочет, скажем так.